очень живые. Как вы думаете, о чем спектакль? Что в нем главное? Об отношениях, о жизни и взаимодействии людей между собой. И, возможно, о некоторых более серьезных вопросах, которые пока еще не сформировались. Я думаю о том, наверное, что надо все-таки любить людей и не бросать своих друзей и близких. Наверное, как-то так. Спасибо. А сама обстановка как вам? Обстановка, ну, очень здорово. Мне понравился вот этот балкон, очень хорошее оформление. Вот. А мне почему-то кухня не понравилась. Вообще вся атмосфера. Ну да. Спасибо. Спасибо.